Всем привет, с вами Кристо, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Beer and Super Action Adventure. Да, достаточно интересное название для игры, и вообще игрушка довольно-таки добротная, я в нее уже поиграл и посмотрел. Выглядит, конечно, мультяшно, но по сути это у нас сайд-скроллер, то есть здесь мы будем лететь там по экрану и отстреливаться от врагов. И, кстати, сюжет я не очень хочу смотреть, но вижу, что там какая-то заварушка с этим... с зеленым огромным королем или что-то в этом роде. В общем, да. Мне говорят, не получай урон в голову, поэтому в голову мы стараться урон будем не получать и убивать всех врагов, чтобы заработать денежку. И как можете догадаться, что вся эта денежка нужна для того, чтобы нам в будущем купить себе этот различные новые апгрейды, да. Озвучка, конечно, странная, напоминает все-таки что-то такое мне. Не знаю, конкретно мультяшная, но при этом игрушка добротная, потому что она по культу сделана, я не знаю. Так, отлично, 128 баксов заработали, и вот у нас сколько всяких различных интересных апгрейдов. И вон сколько всяких уровней, да. Все круто, кстати, можно поменять еще управление, если кому-то что-то не понравится. Так, дэмэдж, я бы шутинг спид лучше поднял у себя. Мув спид не хочу, шанс будет to make double damage, нет. Количество патронов. Сколько? 1500 стоит. Gold Magnet Range тоже норм. И это я, пожалуй, пока возьму. Мне это не устроит. Также есть у нас обилка, да. Так, надо стараться не получать урон от этих ребят. Хотя здесь уже такой хаос творится, что вообще. В прошлом уровне было гораздо легче. Блин, я получил урон в голову. Хедшот словил, так сказать. Так, ну ничего, вроде пока справляюсь, пока жив, пока цел. И бабло я зарабатываю. Да, главное, что у нас есть денежка. Тогда мы сможем прогрессировать. Так, этого снес. А, монетки, 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 скорее собирай. Блин, какой bullet hell начался, на! Так, звездочку взял, супер. Так, пошел и вон! Так, воу, как я сейчас увернулся, я по идее в экране застрял у себя. Потому что вывел мышку за зону и все, капец был, но нормально. Так, опять ты, все, отстань, отстань, не хочу разговаривать, мне нужны только прокачки. Если кому сюжет интересен, сами поиграйте, посмотрите все дела. Так. Так вот, наверное, пока. Так, жалко, конечно, я не увеличиваю количество получаемой голды, только магнит могу напрокачать. Конечно, гораздо приятнее мне было. Воу. Блин, фак! Я хотел по-быстрому от нее избавиться, в итоге сам себя укокошил. Так, ладно, денежку пока коплю, 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 коплю. Коплю, бин-бин. Нет, этого не получится убить, слишком уж. Слишком уж он пока жирный для меня. Ну ладно, хоть если я врагов пропускаю, это как бы не фатально считается для меня. Количество... Вот, я бы хотел сейчас количество патронов у себя на экране сильно увеличить. Ай-яй-яй. Потому что врагов... На врагов мне не хватает этих стандартных моих патронов. Да съемы, гаддэммит, действительно. Да, пошли вон. И хилку мне дали, отлично. Так. Ё-моё, какой залп. Вау. О, я только вспомнил, хотел сказать про этого большого, что он больше не появляется, а он такой, сразу такой, ту-ту-ту-ту-ту. Блин. Конечно, выражается у нас герой довольно забавный. Если кто слышит. Блин, звездочки не все собрал. Ну ладно, потом соберем. Надеюсь, что они вообще нужны. Не дурью я маюсь, пытаясь их собрать. Так. Как обычно, пока это буду прокачивать. Я хочу только это пока прокачивать. Так, ну чуть-чуть хп можно. Если копеечка осталась, то можно хп прокачать. Отлично, теперь можем убить большую вот эту хрень. Блин, ну зачем я так хочу ее убить-то сильно? За ее денег-то особо-то и не дают прямо. Давай, 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 давай. На, блин. Фак! Бешеное желание убить. Эту гигантскую летучую мышь или что это такое. Так. Я все привык, кстати, могу, что урон именно мне идет только когда мне в бошку прилетает. И все время как-то это клинит. Я думаю, что если в тело прилетит, то уже все ГГ. А на деле это достаточно просто вот в голову. Ну или если тебя протаранит.
Так, жалко, с одного пока выстрела не убиваются враги. Если бы с одного они складывались, у меня было бы гораздо приятнее, удобнее и легче мне. Так. Пошел вон. Блин, ну все еще не хватает урона, чтобы его нормально сложить. Ой, зачем ты выстрелил просто так снарядом? О, пошла опять вот эта заварушка с тонной патронов. Блин, я могу же облететь вас. Я делаю все не так-то. Вообще, Bullet Hell игрушки люблю. Вообще обожаю поворачиваться этого, всего этого хаоса патронов. Здесь, конечно, это не полный трындец, как это бывает. Есть игрушки похлеще с Bullet Hell'ом. Так, не флешки уже, а конкретно игры. Да. И там трындец полный. Так. Отлично. Number of Bullet Fired. Давайте еще спид прокачиваем и прокачаем, не знаю, шанс Critical Strike. Посмотрим, как он себя показывает. О, красные пули вылетают, получается, потому что Critical Strike. То есть в будущем могут все пули замениться на красные или это... Как уж повезет. Так. Все ачивки какие-то там получаю. За что, не знаю, но получаю, так. Так, ладно, я вас, пожалуй, вот так облечу. Ой-ой-ой-ой, вот эта хрень. Она, кстати, тоже стреляет, ё-моё, она летит близко и стреляет еще к кому-то. Это не круто. Это не круто. Так. Давай, давай, блин. А, два урона сносит, по-моему, да? Блин, если два урона, то это вообще жопа. Зато все звезды собрал. С первого раза. Найс. Так. Даже не знаю. А давайте прокачаем. Так, шестая пошла. Так, снова ты пошел вон. Не хочу с тобой разговаривать. Я обижен на... Это летающие крылья, судя по всему. Так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, такой неожиданный поворот, он оказался моим другом, да? Блин, да чё тут так много врагов, которые, блин, непробиваемые абсолютно практически. Рэкт. Get рэкт. Воу, я увернулся как-то там во всем этом хаосе. Быстрее умирайте все. А, еще снарядов давай. О-моё! Я жив как-то еще. Тысяча голды! Охрененно. Я тогда покоплю еще чуть-чуть и куплю себе большее количество патронов. Ох, локация изменилась. Ага, враги новые. Ой, босс! Воу! Ну, пока он какой-то нетрудный, если, конечно, быстрее. Сейчас стрелять или там прикольно жёлгать. Так. Ой-ой-ой-ой, вот это, кстати, спам-атака была нормальная. Ну, то, что... Блин, что-то я вообще загляделся и получил какой-то урон. Глупый-глупый абсолютно, я даже сказал. Так. Меня только голда интересует в данный момент, вообще, по идее. Особо-то пофигу на то, что он там делает, как он там это делает. Так, прокачаю шанс крита, там все это по чуть-чуть прокачаю. Почему бы и нет? О! Теперь у меня как дабл дэмэдж, еще и криты мгновенно вылетают с двух со звуков. Если уж критануло, то кританул двойной выстрел. Это круто. Ну, теперь он вообще легко складывается. Даже как-то слишком просто, я даже сказал. Голду соберу. Нет, это вообще изи. А что если будете сделать слишком быстро? Типа там еще звездочки должны быть, нет? Мне придется, то есть его не убивать, чтобы собрать все звездочки? Как это странно. Эх, ну да ладно, вот такая вот игрушка, надеюсь, она вам понравилась, по мне так она очень даже ничего,
Поэтому рекомендую вам тоже поиграть. Ссылочка на игру в описании. А это все. Не забудьте ставить лайки, там, подписываться на канал. Все такое. Это все. Всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.